Здравствуйте, коллеги. Продэкспо 2021 снова в эфире. У нас новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию вы сегодня представляете? Здравствуйте, меня зовут Рыжкин Андрей. Представляю компанию «Спасские партнеры». Я являюсь заместителем генерального директора по развитию. И хотел бы немножко рассказать о нашем продукте, с вашего позволения. Вначале пару слов о компании. Наша компания имеет уже достаточно хорошую историю. 10 лет нам в этом году, юбилей. Мы являемся производителем пищевых ингредиентов для мясной, птицы и рыбоперерабатывающей промышленности. В общем-то, мы работаем со всеми крупными мясокомбинатами России, ближнего зарубежья. Ну, для понимания объемов, мы поставляем ингредиентов столько, что позволяет производить в сутки 300 тонн мясной продукции. В сутки. Вот. То есть мы достаточно немаленькие игроки на российском рынке. Одно из отдельных направлений у нас — это копченая соль. Это отдельная веточка, которую мы разработали. Ее потребляют и мясокомбинаты. Но мы сейчас заинтересовались работой именно с ритейлом и с розничным покупателем. И немножко хотел бы рассказать об этом продукте. Копченая соль – давно известный продукт. Он очень популярен за рубежом, но мало распространен в России. И благодаря тому, что мы имеем свой производственно-складской комплекс и инновационный центр, где достаточно компетентные сотрудники трудятся, кандидаты наук, флейвористы профессиональные, они сочетают очень грамотно вкусы, потому что для колбасных там, мясных изделий нужен очень тонкий подход ко вкусам, ароматам и так далее. И они разработали рецептуру именно этого продукта «Копченая соль», который, наверное, представлен сейчас в России. Ну, не сказать, что нами единственными, но мы, наверное, одни из единственных, кто поставляет это в массовом объеме на российский рынок. Вот. Мы работаем сейчас со многими сетями, ну, такие как «Перекресток», «Ашан», «Кул Клевер», «Мяснов», «Мираторг» и так далее. Ну, соответственно, «Маркетплейс» там и так далее. Многие интернет-магазины и так далее, и так далее. Поскольку мы являемся ингредиентщиками, у нас очень большое количество сырья. Мы закупаем его по всему миру. Индия, Чили, Китай, Мексика, естественно, российский производитель. У нас очень много контактов и большой ассортимент по сырью. Но если брать конкретно линейку копченой соли, то уникальность нашего продукта заключается в том, что он абсолютно натуральный. Начиная с сырья, соль поваренную мы используем одного из старейших российских месторождений. Оно было открыто еще в 18 веке, и даже еще Ломоносов отмечал, что эта соль является одним из факторов здоровья сибирского. Мы именно эту соль используем, она очень богата своим минеральным составом. И мы на собственном производстве осуществляем копчение, холодное копчение на натуральной ольхе. Цикл очень сложный, поэтому, возможно, поэтому на рынке не представлена эта копченая соль, потому что достаточно дорогостоящее производство, если его делать натуральным. Мы не используем Е-коды, жидкий дым, то есть это абсолютно натуральное копчение на щепе ольховой, на ольховых опилках. Более двух суток происходит сам процесс, благодаря чему мы добиваемся хорошего вкуса, цвета, запаха, грануляции определенной и так далее. То есть очень классный продукт. Очень жалко, что камера не передаст запах. Ну вот вы сейчас понюхаете и определите, как это выглядит. Соответственно, к основной оригинальной соли мы разработали 4 рецепта вкусовых солей. Это та же самая копченая соль, но с добавлением натуральных специй. С розмарином и чесноком, с петрушкой, ароматом лайма, с паприкой, смесью перцев и так далее. Вот. И вторая фишка нашего продукта, то, что мы используем очень качественную мельницу. Это германская мельница, германский гриндер, который позволяет более 15 раз использовать эту мельницу. А это позволило нам создать еще одну фасовочку, вот такие вот сменные блоки. То есть мельницу человек использовал, может купить вот такой пакетик и засыпать, закрутить и больше 15 раз использовать одну и ту же мельницу. Это называется рефиллинговая система, она очень популярна в Европе, в Америке, ну и сейчас у нас набирает популярность. Покупатель экономит, собственно, на самой баночке, на таре. В мельницах и пакетиках у нас крупный помол для мельницы. А в салоночках у нас уже мелкий помол, помол номер один, который уже готов для употребления. Нашу соль копченую лучше всего использовать на готовый продукт, потому что в процессе приготовления вкус, аромат вываривается просто. Можно использовать, но вкус, аромат потеряется. А если на готовый продукт, это просто пальчики оближешь. Ассортиментный ряд блюд, где его можно использовать, очень большой.
рыба, мясо, салаты, супы, вплоть до кондитерских изделий, десертов и так далее. А что еще хотелось бы сказать? Мы, это наш пробный шар. Мы сейчас развиваем дистрибьюцию этого продукта. Уже представлены, я уже сказал, где. И, соответственно, я хочу пожелать всем слушателям, пользователям обязательно познакомиться, покушать, потому что от нее потом сложно отказаться. Я практически все блюда сейчас использую, эту соль для всех блюд. И приглашаем к сотрудничеству, потому что мы предлагаем наш продукт как под нашей торговой маркой «Спасский», это одноименная марка с нашим названием «Спасские партнеры», так и готовы работать под вашу собственную марку, под СТМ для различных сетей. Приглашаем сети региональные, розничные, точнее региональные, федеральные для сотрудничества, дистрибьюторов и так далее. Милости просим. Найти нас можно, да, у нас простой сайт копченаясоль.рф или вторая версия smokedsalt.ru, то есть копченаясоль.ру. Спасибо большое, мне добавить абсолютно нечего. Прекрасная упаковка и, уверен, замечательный продукт, который точно полюбится всем покупателям. Спасибо вам огромное и желаю вам удачи. До встречи в следующем году на нашей выставке. Спасибо большое, спасибо вам за возможность.